В этом году мы принимаем участие в фестивале «Лето в Кремле». Замечательная идея. Сразу мы откликнулись на просьбу на это, потому что всегда эти выступления придают какой-то особый импульс и хору. Есть обратная связь хорошая вот на воздухе. В филармонию ходить нужно обязательно, но нужно иногда и профессиональным коллективам быть ближе к народу и выходить на улицу. Да, вот.